Начинается еще одна встреча. Сейчас на поле Татнефть в форме зеленого цвета. Мосэнергосбыт в желтых майках. И те, и другие судьи на поле уже выходили. У Татнефти 5-4. Победа над банком ВТБ. Супер волевая победа. Много было потрачено эмоций, приложено сил. Но главное, набрано 3 очка. У Мосэнергосбыт победа 7-0 над московским банком Сбербанка России. Одного из конкурентов выбили. Сейчас нужно окончательно лишить Татнефть шансов на чемпионство. И задача на сегодняшний день будет практически выполнена. Да, и 1-0 у Мосэнергосбыт сегодня еще победа над банком ВТБ. Не забыли об этом сказать. 6 очков Мосэнергосбыт сегодня заработано. 8 голов забито. Ни один не пропущен. Штендерман. Мосэнергосбыт начинает встречу опять вторым номером. Будет делать ставку на отбор и реализацию момента. Мельников отыгрывает назад. Пальцев. Пришлось ему лишний шаг сделать к мячу. Пока очень осторожное начало. Вратаря играет Нефть. В этом сезоне команды встречались, тогда Мосэнергосбыт выиграл со счетом 4-0. Штендерман не рискует идти вперед. Мельников страховал. Игра до первой ошибки. И вот ошибается Татнефть. И забивает Мосэнергосбыт. 1-0. Что и следовало ожидать. Бердников открывает счет. Пальцем. Фомин заброс на чужую половину. Да, если Мосэнергосбыту удается забить первым, то сопернику становится совсем проблематично. Кстати, не припомнить сразу матча, где Мосэнергосбыту приходилось отыгрываться. На сайте организаторов, если кому интересно, можно посмотреть информацию. Мне же, признаться, не хочется отвлекаться на это. Игра все-таки интересная.
Кольцов неплохо сейчас пробил с носка. Спокойный контроль мяча. Нормально, перекинуть не удалось, вспомянул. Неаккуратная передача, но здесь сам Мельников налетел на ногу соперника. Свежая четверка вышла у МЭС. Приходится обыгрывать тройку игроков МЭС. Сбыто, вратарь надежен. Момент у Мосэнергосбыта не выглядел голевым, но здесь удар был очень точный. И 2-0 у Мосэнергосбыта, все идет по плану. Забил Юшечкин. Увеличил преимущество МЭС. Воронин призывает подопечных действовать побыстрее. Токарев. Все сделал для себя и для партнеров. Ну, если был забит сейчас третий мяч, то второй тайм, может быть, неинтересно уже было бы смотреть. Двадцать секунд до перерыва. Токарев мог сейчас забить. Останавливают Гнитулина без нарушения правил. Все, перерыв.
второй тайм. Мосэнергос будет пока обыгрывает Татнефть со счетом 2-0. Интересно, он головой разыгран, но никого нет в этом фланге, куда мяч отправлялся головой. Ильников. Минитулин. Мельникова мяч отнимают. Может, никуда не торопиться, но Энергосбыт. Преимущество есть. Так, нет, особо моменты не создает. Татнефть пока не решается выводить любого игрока вместо вратаря. Но если счет не изменится, минуты через 2-3, наверное, такая замена все-таки будет. Хотя Татнефть сама знает, что слишком часто теряет мячи. Мосэнергосбыт показал, что умеет забивать пустые ворота. Да, Мосэнергосбыт умеет забивать их ворот, когда в них находится вратарь. Вот Токарев лишний раз это подтверждает. 3-0. И что теперь остается делать Татнефти? Ну, наверное, уже просто доигрывать этот матч, ждать финального свистка и готовиться к следующим играм. Выход 1-1. Грановский здорово сумел всех обыграть. Татнефть еще сегодня матч с Газпром Энергохолдингом. Один на один выход. Партнер, кстати, сзади набегал.
могут двигаться чуть побыстрее, уходя в сторону дальней штанги. Ошиблась сейчас Татнефть на смене. Грановский как не вовремя пошел на скамейку. Падение на паркете Мельников. Фол у нас наркосбыта. Видимо, готовится Шнейдерман менять вратаря. Все, выходит Шнейдерман. Сразу потеря, не получается с первого раза поставить мяч в пустые ворота. Аут будет от нефти, пока не совсем понятная игровая модель, 5 полевых, что, собственно, они пытаются сделать. Непонятно, кто из игроков должен теряться из вида защитников. То есть на кого должна делаться та передача решающая. Пытаются закрыть вратарю обзор для того, чтобы поставить мяч под удар. Снова потеря. Шнейдерман хорош. Вот случился сейчас голевой момент, но не за счет тактических действий, а за счет того, что поймали соперника на выходе в контратаку. Ошибка вратаря. Защитник исправляет ее. И 4-0. За 53 секунды до свистка.
последние секунды. Все, 4-0 итоговый счет.